Блин, плохо, что у меня свечек никаких нету. Ладно, хорошо. Петруша! Петенька, поздравляю с днем рождения, желаю счастья, здоровья, личной жизни, чтобы твои перышки были пушистыми и белоснежными, как сейчас. Да, и чтоб ты никогда не лысел. Мою шампунь ты можешь теперь брать всегда, когда хочешь. Только, пожалуйста, предупреждаю, потому что я кидаюсь, и его нету никогда. Вот, держи тебе тортик, кушай на здоровье, мой тыптенчик маленький. Что? Слушай, ты забыл двери закрыть или кто там ходит внизу? Странно. Кто там? Мне что, послышалось? Тю, странно как-то, хорошо. Петя, представляешь, там никого нету. Странно как-то, непонятно. Ладно, хорошо, давай-ка посмотрим, что же на улице там такое интересное. Ну, как обычно, жители там бегают, ничего такого интересного. Кстати, рынок почему-то сегодня не работает. Ничего не понимаю. Ладно, ладно, ладно. Удивительно. Интересно, и чем же мне бы заняться, а? Я даже не знаю. Ну, ладно, а ну-ка. А, жители уже как-то... странно себя перестают вести. Может, они что-то как раз тебе приготовили, я не знаю. Ну, ладно, хорошо. Давай-ка, наверное, я не знаю. Ну, ладно, Петенька, все, я не буду тянуть время, я пойду тебе за пшеном. Как раз быстренько нарву, пускай малыш покушает. Так, что там на улице? О, жители, добрый день! Кстати, вы не хотите прийти на сегодняшний праздник? Тю, ушел. Ушел по-английски, елки-палки. А, привет, Ленка, что там за праздник? О, Джон, привет, привет. Вообще-то я как бы-то уже с жителем разговариваю, мог бы ты не стрелять в язык. Слушай, житель, а ты не хочешь сегодня прийти к нам на дискотеку века? Вау, интересненько, а что там будет происходить? Как что? Вы что, забыли? У Пети сегодня как будто день рождения. А, ой, я с подарком. Да-да-да, поспеши. А мне можно будет сегодня вечером прийти к вам? Конечно, можно будет. Еще тут такое спрашивают. Только, пожалуйста, приготовь подарочек. Я побежал. Давай. Так, ребята, подготавливаемся. У Петруши сегодня днюха. И сегодня будет дискотека у меня. Дискотека века. Ребята, давайте-ка, пожалуйста, побыстрее собираемся все подарочки, чтобы я видела все подарки, а не как в прошлый раз. Ты меня понял? Ты посмотри. Да-да-да, к тебе разговариваю. Все, ребята, давайте, бегите за подарками, и сегодня я вас жду ровно в 6 часов. Так, а что мне бы подарить Петеньке? Я даже не знаю, блин, а что Петруша такого любит? Я не помню. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментарии, потому что это просто какой-то трындец. Всем приветики, ребята, меня зовут Винка, и сегодня у Петеньки день рождения, да! И сегодня будет как раз у нас дискотека. Я хочу очень-очень-очень круто подготовиться. Я надеюсь, что с вашей помощью все у меня получится. Ребята, не забываем подписываться, ставить лайки, написать неприятный комментарий. Я знаю, ребята, что вам это очень сильно нравится. Если у вас есть какая-то идейка, пожалуйста, не поленись, напиши ко мне идею свою. Ого, сколько там жителей. Вот это я сегодня буду гулять и тоже сейчас пойду приглашу. Так, все, ребята, кадам чаек-кофеек, и мы с вами погнали. Ребята, вы просто не поверите, угадайте, кого я сейчас держу на привязи. Это, познакомьтесь, это Маша для нашего Пети, да. Я для Петеньки нашла подружку. Вот, посмотрите, познакомьтесь, какая милота, да. Но это же не еще, это не последний подарок. У меня гениальный просто для него сюрприз. Ему это безумно очень сильно понравится. Ну что, Машенька, сегодня в 6 часов приходи без опозданий, поняла? Умничка, вот это я понимаю, какая деваха. Вот это, блин, невеста. Ребята, сегодня без опозданий на 6 часов. Вы все помните, что сегодня за праздник? Да. Сегодня день рождения у Петеньки, так что, пожалуйста, придите все без опозданий, хорошо? Только все и с подарками. О, конечно, хорошо, Инка, спасибо. Ребята, у меня появилась великолепная идея, просто гениальная, которая Пете безумно очень сильно понравится и что он безумно очень сильно любит, да. И как вы видите, за моей спиной, за мной уже наглядывают. Да, жители просто посмотрят, что я буду сейчас готовить, какой сюрприз, потому что они сами не знают, в чем Петенька нуждается. В принципе, он ни в чем не нуждается, он у меня накольный, обутый и все так и дальше. Да, обутый это я, конечно, прикрасила, но все же.
Он у меня спит на кроватке со мной. Да, вы не представляете. Это он перед вами, типа, на пол. Он на самом-то деле на таких громах просто живет. Там просто кошмар. Ладно, не будем тянуть время. Я хочу, чтобы вы это поскорее увидели. Как вы видите, ребята, у меня здесь находится как раз именно сундук. Да, сундучок мой любимый. О, здесь сколько всего есть. Ну, ребята, мы с вами будем делать все, естественно, по-бырому, потому что время не нужно затягивать. Наш именинник не должен у нас скучать. Быстренько все делаем, вырываем. Я думаю, как раз им намного не нужно ничего делать, потому что это будет слишком долго. И я не хочу, чтобы он скучал. Я уже это сказала, да. Я не знаю, что ему еще придумать, какое такое интересненькое. Блин, ребята, напишите, пожалуйста, в комментарии именно свою версию, чего бы вы Петеньке подарили бы. Потому что я без понятия. Кстати, да, пузырек опыта — это как раз тоже подарчонок от меня. Быстренько берем. Берем быстренько землю и заставляем вот так. Я думаю, как раз именно вот так, вот так, вот так будет вообще супер, да. Быстренько ставим, не затягиваем время, зачем нам терять времени-ка. Так, я, конечно, не знаю, сколько придет жителей. Это, господи, это еще нужно много как раз еще кушать, говорить. Блин, это слишком будет. Я не знаю, и ресторана никакого нету. Кстати, это очень сильно плохо, что никакого ресторана нет. Я помню кафе, я туда уволилась, я не собираюсь туда возвращаться. Зачем же? Там, я помню, я получила, конечно же, травму головы, но ну и у Ваню. С этими, блин, поварами это был, конечно же, трындец полный. Так, быстренько это, быстренько вырываем. Сейчас мы пойдем как раз воду набирать, но это же потом. А сейчас же мы быстренько сделаем еще пол. Блин, точно, подсветки же у меня нету. Это очень сильно плохо. Вырываем быстренько, вот так. Это как обычно, не обращайте внимания. Не получается у меня все идеально ровно. Я знаю, что у меня криво получилось. Господи, я топором рубашу. Зачем же? Быстренько, быстренько, быстренько. Потому что сейчас время, чтобы не терять. Быстренько. Блин, так, это же нужно еще меню составить. Господи, сколько же этих жителей. Ну, вообще, Тангори по населению как раз 2000 жителей. У меня как раз же есть здесь. Блин, нас немножко не хватает. Ладно, хорошо, у нас как раз есть песочек. Песочек спасет мир. Да, быстренько вот так вырываем. Это здесь будет типа как такой подъемчик, чтобы было удобнее вылазить. Вот здесь тоже обкружаю песочком. Блин, да что это такое? Я спешу очень сильно. Вот видите, спешка — это ни к чему. Нельзя спешить, как я сейчас это делаю. Ладно, хорошо, быстренько, так и так и так. Так, ну давай уже скорее, а, хорошенький. Так, о, какой песочек хороший. Блин, он мне очень сильно нравится. Я предлагаю уже поставить бамбук. Да, парочку, это, конечно же, не помешает ни в коем случае, ладно. Вот сюда, вот сюда. О, житель, не подглядывай, нельзя подсматривать. Зачем ты это делаешь? Так, быстренько расту. Костяной мукой выращиваю. Вот так, о, вот так. Так, что там у нас еще дальше? О, у нас еще, конечно же, фонари есть. О, господи, факел, какой фонарь. Блин, да чем я думаю постоянно? Посмотри, еще не туда ставлю, кошмар какой-то. Быстренько, 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 давай-ка на эту сторону и на эту сторону. Отлично, теперь у нас как раз есть ведро. И мы в это ведро будем сейчас набирать воду. Блин, по-моему, вода немножко поднялась. Это плохо, да. Еще не хватало нам апокалипсиса вот этого, блин. Так, ладненько. Давай-ка спешим, Винка, спешим. Давай, давай, давай. Опа, вот сюда еще. Господи, сколько же мне придется сейчас делать этих ходок? Это просто с ума сойти. А почему только одно ведро? Блин, жители, как обычно, мелочатся, а потом все, кошмар. Ладно, еще. Я думаю, одна ходочка как раз будет, и все будет супер-пупер. Давай, скорее, пожалуйста, скорее. Вот так. Нет, еще нужно. Блин, да сколько... Ладно, хорошо, давайте-ка еще заберемся. Давай, опа, давай, 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 бежим, 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 бежим. По-моему, слушайте, не прям такие очень сильно красивые у меня бассейн получился. Блин, ну это очень сильно обидно. Я хотела, чтобы он шикарный у меня был. Ну, как обычно, короче, давайте-ка еще, наверное, за одну ходку. Я думаю, как раз не помешает. Давай, спешим, 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 прыг, скок. Давай, давай, давай. Ну, вообще... Блин, так, все, я так не играю, ну меня уже задолбало, честное слово. Давай-ка, давай-ка, давай, вот так, вот так, вот так, хоть как-то, давай, блин. О, о, пошло по трубам, давай, давай, давай. Еще выше я как раз думаю, вот так, вот так, вот так, вот здесь. У-у-у, вот это супер, вот это крутяк у нас получается, ребята. У нас все выходит. Так, быстренько, 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 давай не тянем время.
А это что такое? А почему у меня... Вот так я понимаю, все, в принципе, выровнялось. Все, у нас, ребята, получилось, и это очень круто. И теперь как раз делаем красоту под водой, да. Это очень сильно очаровательно. О, у нас как раз морские огурчики есть. Это супер, просто великолепно. Пушка, вот так. А это как раз нам освещает. Так, все? Блин, так быстро. Ладно, хорошо, давайте-ка вот так тревычку. Вау! А, блин, чуть не вздохнулась. Снежок? А зачем мне снежок? О, может, жителям какими-то поиграться. О, жители, жители, а что вы там делаете? Жители. А что вы там делаете, жители? Я не поняла. Странные такие. Что вы там делаете, блин? Детям это не показывать. Блин, ребята, а очень сильно плохо то, что я не умею делать эти фейерверки. Блин, это очень сильно печально, правда. Я, конечно, немножко расстроен. Ну ладно, хай. Ладно, все, я думаю, как раз можно идти уже за Петей и поздравлять его с днем рождения. Да ты не парься, ты круто выглядишь. Че ты, блин, расстраиваешься? Пошли, Петенька, пошли. Так, такой сюрприз, ты просто офигеешь. А нет, не с той стороны, подожди. А ну-ка, давайте-ка вот сюда. Все, ты готовый, Петруша? Пошли, давай, давай, давай. Это ты уже совершеннолетний. Вот, смотри, сколько здесь народа. Опа, Петенька, все именно к тебе пришли. А это твоя как раз будет подружка, знакомься. Отойди, пожалуйста, я вообще-то не о тебе. Вот, смотри, знакомься, это Маша. Маша, это Петя. Все, вы два спутника по жизни, вот. Вот, целуйтесь, обнимайтесь, все, живите теперь дружно вместе. Слушай, разлучник, почему ты возле них постоянно бегаешь? Я хочу Петю поздравить, я хочу тост за него выпить. А, кстати, где еда? А я, кстати, не успела приготовить еду. Все, ребята, поздравляем Петеньку, давай Петрушу. Давай, 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 давай. Ну что, ребята, вот такой у меня видеоролик, конечно же, получился. Я не знаю, как вам понравился или нет. Напишите, пожалуйста, комментарий. Если что, я буду получше стараться. Вот такая днюха у Пети. Да, у Петеньки теперь подружка появилась. И зовут ее Маша. Если вам очень сильно нравится, ставь лайк. И подписывайся на канал Винчи. Не забывай рекомендовать своим друзьям, родственникам и так и дальше. Кстати, что вы стали? А, тусить. Точно, точно, точно. Меня уже зовут на тусу. Все, ребята. Если ты досмотрели до конца, огромные молодцы. Все, всех люблю, всех целую. До новых встреч. Пока-пока-пока-пока-пока.